Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас в рейтинге букмекеров, а точнее в той его части, где говорят о хоккее, только о хоккее и ни о чем, кроме хоккея. Можно, конечно, позлорадствовать над питерскими болельщиками, которые дошли до ручки, то есть до челобитной в адрес руководства лиги. Не строили руководство лиги, как раньше, а дошли до челобитной. И в челобитной этой лили слезы о том, какой тяжелый и рваный календарь у их любимого СКА. Так и хочется сказать: алло, гараж, в кои-то веки вокруг вашего СКА перестали вращаться галактики, а руководители лиги перестали сшибать всех на пути, исполняя все питерские хотелки, в том числе и календарные. И ваш любимый СКА получил точно такое же расписание, которое всегда было и есть у всех, то есть весьма рваное и неровное. По-другому в наших реалиях просто не может быть, поскольку в стране капиталистического чистогана, который сейчас относится и наша многострадальная родина, для ледовых арен, построенных специально для хоккея, хоккей не главное, ибо занимает 40, максимум 50 вечеров в году, а 300 с лишним дней в году отбивают убытки, а где-то даже иногда приносят прибыли, эксплуатируя самыми разными способами, иногда даже самыми удивительными и экзотическими. Поэтому, дорогие болельщики СКА, вы теперь как все, то есть жрите, что дают, и не жужжите. Вот так бы я ответил питерским болельщикам в ответ на их челобитную, если бы мой ответ был им нужен. Но он им даром не нужен, а мне в данной ситуации сам факт подобного документа говорит очень о многом. Но самое главное говорит о том, что питерские действительно утратили свое влияние на руководство лиги. Не так, чтобы совсем и навсегда, они просто стали как все. И теперь не могут одним движением брови, как раньше, перекраивать календарь, назначать нужных судей и влиять на результаты многих матчей. Что для всего нашего хоккея, конечно, очень хорошо, а конкретно сейчас лучше всех Спартаку, которому предстоит играть со СКА, и СКА в этом противостоянии, вы только вдумайтесь, ни разу не фаворит. Нет, по статистике личных встреч красно-белые, конечно же, не пляшут. Там у СКА более чем двукратное преимущество по количеству побед между собойчики. И даже есть малюсенький уклон в гостевую сторону, что сейчас вроде бы тоже в их кассу. По текущей статистике 64,3% домашних очков Спартака будут принимать 60% гостевых очков СКА. И эта разница потенциалов лишний раз показывает, что нас ждет матч практически равных соперников, стало быть, наивысшего накала. Отсюда прогноз. Достаточно результативная игра с тоталом, который превысит 5,5. По итогам этого противостояния Спартак наберет минимум очко, то есть не сгорит в основное время. Вот такой у меня прогноз. И если он вас чем-то не удовлетворяет по самую плешь, то добро пожаловать на рейтинг букмекеров, где прогнозы на любой вкус и цвет, и их в принципе тут мало не бывает. Рейтинг букмекеров – это прогнозы на спорт. Прогнозы на спорт. На футбол, теннис, ММА. На хоккей. Киберспорт, баскетбол. Прогноз погоды? Нет, прогнозов погоды мы не даем. Рейтинг букмекеров – это прогнозы на спорт. Да я знаю. Никакой погоды. Только прогнозы на спорт от лучших экспертов на сайте Рейтинг Букмекеров.